привет, я нахожусь в Казани, мы находимся в одном из парков города Казани, рядом с детской площадкой, на которой дети вместе с родителями постигают правила дорожного движения. Классная задумка, и почему ее нет в Чебоксаре, я до сих пор не понимаю. В этом парке действуют полностью все дорожные движения, знаки, пешеходные переходы, проезды и переезды. Смотрите, как дети жаждут познавать правила дорожного движения. Просто их толпа, которая хочет узнать, как правильно передвигаться в городе, как не попасть в аварию, и чтобы потом этому учить своих детей. Думаю, что дети, которые здесь находятся вместе со своими родителями, никогда не попадут в аварии с фотки дорожных происшествий.